Доброго времени суток, и сегодня мы поиграем в Mortal Kombat Complete Edition. Нет, Arcade Collection. Извините, ошибся. Да, эта игрушка является ремейком стандартных игр на автоматы, которые была выпущена в 2012 году на Xbox 360 и PlayStation 3, а позже на ПК. И как бы это хорошо достаточно. Они там немножечко подкрутили графон, немножечко сделали игру стабильнее на ПК. А так, собственно говоря, все то же самое, что и было на консолях. Да, как-то так. Так, я сейчас... Подождите секундочку, я подключу джойстик, и мы продолжим. Все, джойстик подключил. Так, все, поехали. Так. Сначала мы с вами поиграем в оригинальный МК, который является первой частью. Так, это у нас... Да, это оригинальный МК. Ясно, понятно, джойстик нам тут не поможет, ребята. Мы уберем моего любимчика Скорпиона. Я немного разберусь в управлении, потому что я буду играть в клавиатуре. Так как джойстик, блин, не подумал. И у нас Соня первый враг. И мы будем его колбасить. Ой. Керомаги, бич. Классика, ребят, ностальгия. Прям так и прет. Оп. Ну иди сюда. Оп. Лол. Лол. Да, все ясно. Спасибо, спасибо, спасибо. Да, да, да. Воу, воу, воу. На. На. Давай. Оп. Оп, 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 оп. Оп. А я не знаю, фатальти. До свидания. Это было легко. Ладно, Саб-Зиро следующий. То есть у нас выйдет, наверное, ну, может быть, по 5 боев в каждой части. То есть, как бы, такая некая ностальгия будет. Что-то я сговорился опять. И немножко просираю. Оп. Тихо, тихо, тихо. Вот читак, а. Им ботит. Господи. На, 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 я тебя тоже одним ударом сейчас загандошу. На. Оп. Ух ты, вот это круто. Найс, бич. И мы продолжаем. Я победил Саб-Зиро в первом раунде. В втором раунде он меня победил. Тварь. Тварь. Скотина. Сволочь. На. На. Я начал сделать Керомаги. Сделай Керомаги. Я, бич. Воу. Вот это было четко. Я немного на пафосе так играю, так что вы это... Обращайте внимание. Немножко уберу от себя микрофон, потому что очень громко будет звук. Очень громко меня будет слышно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Китайоза, аккуратней. Такой, знаешь, с кем ты имеешь дело? Лю Кэнг. Вот сволочь. Ну окей. Лю Хэнг. Бич. Лол. Надо еще, знаете, в чем? Посмотреть управление по бегу. Потому что я не в курсах, как он тут бегает. Бля, вот собака. Окей. Давай попробуем Саб-Зиро. Я думаю, ребят, которые сейчас помнят эту игру, я думаю, им понравился этот видос. У нас есть блок, что-то я его не использую. Оп-оп-оп-оп-оп. Блок. Скотина. Блок. На-на. Ха-ха-ха, лол. Тремя ударами. Окей. Тихо. Оба, бич. Я, бич.
О, господи. Может быть, вот так? Да, бич! Класс. Ага, понял. Ай, блин, я не успел. Ладно. Хрен с ним. Ну, Рейден, мне кажется, нас сейчас побьет. По-любому. По-любому побьет. Или нет. Тихо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Керомаги, аккуратнее будь. Ах ты. На-на. 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 Ха-ха. Одним ударом загандошили. Мразь. Ну ладно. Ребят, не знаю как вы, но мне МК вообще сама серия понравилась. То есть все игры, абсолютно. Я играл во все игры МК, кроме DC Universe. И... еще, блин. А я не помню больше, какие там еще. То есть играл Deception, Unchained, Armageddon, МК-9. Даже ихние творения Injustice. Ну, Injustice вот как-то не очень, знаете. Как-то очень быстро там все, не так. Не так драйвово, не так кайфово. Как МК. МК все-таки жестокость надо, да? Вот это вот, там сказать, самая главная фишка МК. А в Injustice там в основном упор сделан на супергероев. Всякую такую баталию, которая вообще абсолютно не нужна. Нет, Кено, это, конечно... Это, конечно, да. Ну, мне не нравится этот ёжик. Ну окей, мы не всех потестили героев. Так, Sony не будем. Вот давайте Джонни Кейджа попробуем. И перейдем к следующей. А почему Рейден? Ладно. Лол, что? Уаха! Мы его сделали. Давай, подходи. Огребешь. С ноги. Оп. Оу. А я так тоже могу, ёпт. Не ожидал? Так, ну окей, Кейдж он быстрее. В этом и плюс. А я еще помнил этот МК-4, МК-5 был на сеге. Вот жаль их не делать ремейки. Было бы вообще классно. Фильм так МК-4 3D. Смотреть в HD формате. Реально круто. Я до сих пор на мобильнике играю. МК-4. Андроиде, точнее. Это круто. Симулятор PlayStation 1. На, Кено. Сейчас ты у нас огребешь, тварь. Вот сволочь. Да блин. Ну пошел ты нахрен, Кено. А чё фатальтис не сделал, а? Нуб. Лах. Так, ладно. Не, подождем этот таймер. Потому что... Мы переходим к следующей игре, под названием МК-2. Да, чтобы, так сказать, не задерживать наших зрителей, меня самого. Мы переходим к... Не, what the fuck, Нига. Чё я парюсь? Вот и всё, ёпта. Так, стрелочками, да? Да, стрелочками. МК-2, пожалуйста, поехали. Битвы презент. А, 500 лет с того момента, как Шан Цунг, как бы, я не помню, что там сделал, короче, но его победил Лю Кэнг, говорят, типа, Шан Цунга одолел Лю Кэнг. А, Шан Цунг там что-то обращался к Шао Кану, что ли, или следовал советам Шао Кана. В итоге Шао Кан там получил самый главный... Это не важно, сейчас мы будем играть за Джонни Кейджа. Нет.
за Скорпиона, он тут четкий. Тут вы заметили, что тут появилась уже такая вот лесенка. Да, никак было с той. А более лучше графика. Более лучше. Более лучше движение, вообще четкость персонажей. Так, и они тут уже посложнее, чем в первой части. Это факт. Видали, да? То есть, если в той части мы могли спокойно там с одного удара завалить, то тут нет. Так не получится, тут надо комбинировать. И это очень большой минус. Или плюс. Ну, как. Или просто у меня там сложность высокая стоит. Оп. Бич. 1-1. Воу! Нифига себе! Ты чё, чё? Оборзел? Воу. Блин, я не ту кнопку нажал. Ну ладно. Так, у нас Джейд, да? Нет, Китана. Ошибся. Джейд тоже, они похожи с ней. Китан как выглядит. Если сравнить ее с девятой частью, то это, блин, две разные вещи. Это какой-то такой обычный такой костюмчик, да? Там у нее уже прям навороченный. Красивый. Да как так-то нас Китана убила? What the fuck? Скорпион помер. Ну да, с кем не бывает. Окей, Джонни Кейдж, ты знаешь, что делать с Китаной? Замути с ней, чувак. Ага. Воу, нифига себе, я финт новый выучил. Ребят, не подумайте, просто на клавиатуре играть в МК, это как-то... Скажу вам, тупо. Опа, тут на улицу. Пасхалочка. Да блядь. Вы не слышали, что я сказал? Я про себя сказал. Так. Тихо. Тихо, тихо. Тихо. Оп. Так. Да блин. Это задрало меня. Скотина ты, долбанный. Все, готово. Эй, бич. Первый обед за мной. На-на. На-на. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Не надо аймботить, тварь. А я не знаю фаталити. Поэтому так и сделаем просто, и все. Так, следующий у нас Кунг Лао. Я просто знаю всех героев МК, потому что я... Ну, я уже говорил, что я хорошо очень разбираюсь. Но не знаю, как комбинировать удары. Да, это связано с МК-9. Тут-то это, может быть, и не надо особо-то. Блин. Не, вы видели, да? Он нам ступа одним ударом и загандоем. Удачи. О, господи. О, господи. Что ты творишь? Мать твою. За ногу. Воу-воу-воу-воу-воу, Кунг Лао, полегче. Лол. Блин. Оп. Фак ю. Ау. Так. Это был не я. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ты чё, рейдом что ли, ёпт? Тихо. Аллах Акбар. Еще мы с тобой недоразрулили ситуацию, братиш. Мать твою! За ногу. Так, ладно. Ладно. Лоханулся. Барак Обама у нас тут. С кем не бывает. Лоханулся, ну ничего, ребят. Не считайте меня там нубом. Просто я реально очень давно не играл в МК такой. Вот, а вот мы его быстренько даже в Лас Векторе замочили. То есть Барака тут, я считаю, читерский персонаж абсолютно. Не знаю почему, просто потому что.
Потому что у него есть удар с лету. Хера себе. Обычный NPC умнее меня? Да вы че гоните? Можно здесь вот так вот его колбасить. Лол. Тихо. А я не знаю фаталити. А вообще, посмотреть-то можно там где-нибудь? Achievement. Move list нельзя. Поняли, да? Видимо, это надо... Это лицо. Ну ладно. Так, мы уже задолбали, то есть убили, короче, четверых. Еще последний остался, Джакс. Или троих, я и не помню. Спрайс, мафака. Воу! Он пригнулся. Так нечестно. Но тут, ребят, заметьте, то что все эти персонажи, да, которые из вселенной МК, они тут сделаны в более реальном таком стиле. Не то что в МК-9, они все какие-то перекачанные бодибилдеры. Думаю, кто играл, тот заметил, что они все какие-то... Джакс, ты охренел? Джакс охренел. Саб-Зиро, я в тебя верю, чувак. Ты лучший, да. Хоть и был убит в 10-й части, но ты все равно лучший. Тем более это было в трейлере, так что это еще неизвестно. Убьют ли его в истории МК или нет? Ясно, понятно, до свидания. И мы переходим к третьей игре. Называется она МК-3. Там больше режимов. Lifelike villains strong contains graphics sense. Ну, короче, там типа предупреждения. Больше релизов теперь добавили 4. То есть 4 игрока. Можно 8 игроков в Tournament Combat. Можно обычный Mortal Kombat. И, естественно, добавили больше персонажей. Что, естественно, лучше. Я, естественно, выберу свою любимую Скорпиона. И выберем мы с вами... Какой нахрен мастер? Вы меня видели. Новичка. Так. Хоть кого-нибудь мы с вами загандоним. Да, и мы уже деремся со Скорпионом. И он тупит. Ужасно. Ну. Он ждет удары. Оп! Вот это я им выдал. Лол. Так, а теперь нам надо, ребят, посмотреть управление. Потому что... я не знаю, как бегать. На клавиатуре, я сказал. Keyboard control. Так, run Z. Блок А. Ага. Окей, все, понял. Все, спасибо. Спасибо. Все, буду знать. Воу, нифига себе, он меня рубанул. Ты чё, ёпт? На кого наехал? Воу. Я тоже так могу. Или не могу. Вот так вот тебе. И вот тут он, согласитесь, он как-то очень быстро так идет, да? В отличие от предыдущих частей. И вот это, конечно же, плюс. То есть такой, знаете, такой типа фан идет. Нифига себе, Найтвульф. Ты чё, ёпт? Кого наехал? Ты в курсе? Я случайно нажал на Alt. Альт, тут у нас пауза записи. Ну да ладно. Просто так легче записывать мувики. Если клавиши под рукой, то, естественно, легче нажимать вовремя на паузу, вовремя как-то замедлять видео и так далее. Оп! Ребят, мне прям везет. Нет? Зря я это сказал. Так. Я боюсь его. Подходи, давай. Лол! Подошел. Так, отлично, мы двоих загандошили уже Скорпионом. Это у нас Джейд. Да ладно. Ого.
Нифига себе, она мне два удара уже нанесла. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, нифига себе! А я как могу? А я так могу? Тихо-тихо-тихо. А-а, я не могу такую комбинацию сделать. Печаль, беда. Да блин! Я только два удара могу сделать. Или три. Давайте попробуем совместить их. Удар рукой, удар ногой, удар рукой, удар ногой. Да блин! Вот тварь! Чё фаталик мне сделали, я вообще ахнул. А, what the fuck? Чё, типа с самого начала? Ага, Sub-Zero у нас теперь тут мужик, похожий на этого Арнольд Шварценеггера. Так, ну-ка. Ну сделай уже что-нибудь, Арни. Капец. Ладно. Но! Fuck you, bitch! Сволочь, это Джейд. В МК-9 она лучше. Ах ты ж, блин. Ну! А может быть мы с вами нуба выберем, а? Он все-таки четверский персонаж. А, у нас нет нуба. Блин. Вот эти вот три секретные персонажи. Давайте попробуем, знаете, кем? С Айрексом? А, нет, Смоук. Смоук. Дым. Смоуком ее заражить. Воу, вот это, да, вот это я понимаю. То я понимаю удар воли. Лол. Давайте еще. Ха-ха! Красава, смог. Смог ды. Как там? Смог и everyday. Ой. Сейчас мы эту Джейд и закандошим. Не, в смысле, как? В смысле? Это же единственный читерский персонаж в этой серии игр. МК, как так? Нихерашечки. Слушайте, ребята, она, кажись, секёт наши удары. Поэтому она меня сейчас опять загандошит. Е, наконец-то! Гори в аду, Джейд. О, господи, только не это. Великий Саб-Зиро. Вот это еще заноза та, ребята. Тихо, тихо. Попробуем совместить ноги и руки одновременно. Нет, не повезло, нас тупо взял и перекинул. Ладно, ребята, все. Спасибо за просмотр. Это была Ностальгия Плей на игру Mortal Kombat Arcade Collection. Вот видите, да, все эти мы три игры с вами посмотрели. Что я хочу сказать, то что переиздание игр получилось достаточно хорошее. Качественно сделано все. Ну и, собственно говоря, ностальгия некая была у нас, да, ребята? Поэтому, ребята, если вам понравилось видео, то не забываем подписываться на мой канал, если это не сделали. Ставить лайки, оставлять свои комментарии, вступать в нашу группу Let's Play Games ВКонтакте. Также ожидать еще видосы на абсолютно разные игры. Всем удачи, играйте в хорошие игры, всем пока.